Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Алена Алексеева, автор проекта «Территория диалога» и рубрика «Время позитива» снова с вами. Я представляю с удовольствием мою неизменную спутницу Полину Сухову, регрессолог, психолог, астропсихолог, руководитель центра эриксоновского гипноза «Лотос», вечный позитивчик, эксперт позитивного мышления и необыкновенная женщина. Спасибо, мне очень приятно. Могу сказать, что Алена Алексеева тоже очень очаровательная, тоже у нас очень хорошая какая-то общая... Тандем. Да. Общая такая какая-то платформа, общие ценности, общие какие-то направления в нашей работе. И вот у нас резонанс такой прям, я думала, с кем бы, и мне еще так было комфортно. Вот с Аленочкой очень комфортно, действительно, человек, как она говорит, в поле которого очень хорошо находиться. Вот мне очень комфортно. Возвращаю тебе в обратку тот комплимент, который ты мне дала. Полин, спасибо огромное, благодарю тебя за это, да. Ну и, наконец, мы тут показали мастер-класс позитивного диалога. Да, комплимента, правильно? Комплимента, да, причем комплимента хочу сказать искреннего, потому что, ну, это как в песне, да, и надеюсь, что это взаимно. Да. И давайте все-таки вернемся и продолжим вот предыдущий разговор, да, как мы давали вам, если помните, начало формулы ПСД, кто помнит, что это такое. Делаю паузу. Угу. Это не проектно-сметная документация. Как кто-то подумал, да? Это повтори, согласись, добавь. И сегодня мы будем соглашаться. Так, предыдущие, значит, мы рассказывали прям четкую схему, как, зачем правильно повторять, то есть просить человека, чтобы он повторил. Да, это как бы первая подстроечка к человеку, чтобы наладить коммуникацию. А вот чтобы совершенно расположить человека в себе, нужен как раз второй пункт. Соглашаться. Я тебе покажу. Полина, правильно ли я тебя поняла, что в предыдущем ролике мы обсуждали первую часть этой волшебной формулы? Да, Леночка, ты совершенно правильно все сказала. Я соглашусь с тобой. И вот дальше мы начинаем продолжать разговор. Ну, вот ты хотела пример привести. Я хотела, да, привести пример. Как бы вот сейчас мы будем обсуждать вторую составляющую этой формулы, да, буква С. Согласна. Несколько лет назад у меня была беседа, тоже мы записывали, как бы, да, человек, ну, с женщиной, коучем, практиком и так далее. И я сейчас не помню, о чем была беседа, я просто помню, что у меня вот заикарилась прямо в ухо ее манера говорить слово «согласна». То есть практически на чуть ли не на каждую фразу, то есть я ей что-то говорю, она в ответ говорит «согласна», и дальше пошел текст. Я сначала немножко, не то что удивилась, да, но зафиксировала, да, у меня внимание вот зафиксировало этот оборот. Вот потом уже, чуть позже, когда я смотрела, просматривала материалы, там еще что-то такое, я поняла, что это такой тоже хороший прием. То есть согласна. И, ну, потому что у нас диалог был такой весьма. Он был, не был напряженным, но он был, как сказать, есть точка зрения, есть точка зрения, да, и мы вот это беседуем. И она всегда вставляла согласна. У меня снимался барьер каких-то возражений, то есть, да, и дальше шел именно диалог. То есть у меня был конструктивный диалог. И я так для себя это, честно говоря, встроила себе. И хочу поделиться с вами, Полина, вот, поддержит, да, что это очень конструктивно. А я сейчас буду дорого продавать, зачем это нужно. И вообще, на самом деле, мы уйдем в такую глубь, вы даже не представляете, какой смысл глубокий в этом заложено, когда вы соглашаетесь. Да, одно простое слово «согласна». Да, да. И? Это даже, вот я говорю, даже не представляете, что это такое. Есть три уровня потребности человека. Это первый уровень, это всем известно, это уровень выживания. Да? Это еда, это сон, это воздух, это... Ну, это называется базовые потребности, базовые все, что потребности. Обеспечивает нашу жизнедеятельность. Да, да. И это вот, естественно, там у нас... Возникают такие реакции. Жизнь тельца. Да, да. Тело у нас хорошее, в общем, все нормально. Потеря. Тело. Ты как-то знаешь, что мне уничижительно. Тело, все нормально, все хорошо. Так вот, друзья мои, когда мы начинаем с человеком сотрудничество, то... А, подождите, давайте все-таки немножко, я возвращусь все-таки к потребности. Первый уровень потребности выживания. Второй – это потребности в эмоциях и в информации. То есть это очень важно для каждого человека. То есть вот в буквальном смысле, если человека изолировать, были такие эксперименты давно, это вот когда еще во время войны, и там, ну, как бы эксперимент такой
достаточно очень жесткий, печальный. Ну, то есть, когда вот там были войны, и специально брали людей, этих пленных, и на них делали эксперименты. И человека изолировали полностью от информации. То есть, ни звука, изоляция полнейшая. То есть, вот не просто, чтобы там некоторые говорят, вот там кто-то там, где-то в Киеве. Там, по-моему, и видео, вообще все. Все исключено. Все никаких звуков практически нету. Да? То есть, там как-то вот делали минимально там вот. А человек через какой-то промежуток времени сначала начинал сходить с ума, а потом уже даже доходили случаи до смерти. Это действительно так. Значит, другой, не путайте только некоторые. Вот отшельники. Отшельники где-то сидят в лесу, там у них полно информации. Ну и потом отшельник идет туда с намерением, другой, с задачей. Цели. Да, и даже если он попадает в это, он там будет погружаться в свой мир. Там. Да, да, ну, он, это связь с космосом. Да, отдельная история. Из богами. Так вот, эмоции нам очень тоже важны, без эмоций человек не может. Ему нужны или положительные, негативные, или разные, кто как выбирает, какую, знаете, кого-то. Чем питаться. Чем питаться, да, что ему нравится, в чем вот пока вот ему вот хорошо. Вот нам уже давно уже плохо в негативе, мы все специально выходим. То есть мы вышли уже давно в позитив, и вам, конечно, показываем вот эти мастер-классы, как этому можно достичь. А этому можно, просто есть привычка старая копаться вот этому во всем старом. Другие люди просто не знают. А мы вам даем конкретные инструменты. И вот третий уровень потребностей – это самореализация и самоактуализация. Когда человеку важно видеть свою роль в обществе, свой статус, вот, свой, вот на какой ступеньке он стоит, иерархической. Вот для него это очень важно. Правильно ли я тебя поняла? Да, да, да. Что это соответствует, как раз первый базовый уровень соответствует. Ну, если вот чакральную систему взять, это будет первый чакры, да. А вот то, что мы сейчас говорим, это вторая, третья. То есть это... Чакра удовольствия, да? И чакра власти. Да, 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 абсолютно, абсолютно. Но все равно это вот как раз вот эти вот три базовых уровня. Ну, вот то, что до сердца, да, это. Да, 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 абсолютно так. Соглашусь с тобой. Полностью. И когда вы начинаете, например, вы сидите с человеком, беседуете. У него, вот смотрите, далеко не надо ходить. Возьмем телевидение, любое ток-шоу, когда там сидят политики. У одного одна система убеждений и ценностей, он с одного государства, другой другой. Даже не надо, да, партия какая-то. И вот там как крики пошли. И поезды отсутствуют категорически. Кстати, вот им всем там просто по этой формуле показано говорить. Тогда будет конструктивный диалог. Зачем они там собираются, я не знаю. Наверное, вот ток-шоу, оно так оно и есть. То есть, чтобы людям... Как-то не знаю. Скорее всего, это другая совершенно задача. Это вот шоу просто побудоражить эмоции зрителей и тем самым привязать его, в данном случае, к этой передаче. Ну, опять же, внимание, кстати, на самых низших потребностях идут эти передачи. То есть, да, вот это вот хлеба и зрелищ. Вот можно скандала, да? Это привлекает внимание, они считают, что рейтинг повышается. Параллельно, да, приходят идеи. Я думаю, что анонсирую еще одну передачу нашу с Павлой, да, поговорить именно о ТВ и о воздействии вот ТВ. Ой, слушай, классная передача. В контексте нашего позитивного мышления, какую роль, позитивную, негативную, да, просто какую роль играет ТВ и как... СМИ вообще. Как через СМИ управляют просто, наверное, элементарно. Да, да. И мы как, поговорим и как, об этом в следующий раз. И как вообще с этим взаимодействовать, то есть как в буквальном смысле... Ну вот выйти в позитив вот из этого негатива, и чем это чревато для человека, между прочим. Ну так вот, я вернусь на третий уровень потребностей, это самоактуализация, самореализация. Когда вы с человеком начинаете разговаривать о чем угодно, это может быть простые посиделки, значит, соседей, родственников, за чашечкой чая, не знаю, на каком-то мероприятии, там праздник, юбилей, Новый год и прочее. Сначала вроде все хорошо, за здравие все такое, начинается политика обсуждать. Один говорит вот это правильно, вот этот правильно, вот этот. И каждый пытается что делать? Сказать свое. Перекричать, переубедить, рассказать, что его внутренний мир самый правильный. Что именно вот так все правильно. Да? И вот если вы хотите, конечно, дальше там кричать, выяснять, кто правильнее, кто значим, кто там что-то, вы можете дальше продолжать в таком контексте. Если вы не хотите, вы можете использовать как раз нашу формулу. И когда, например, вот просто, чтобы вам было более понятно, когда человек вам говорит, например, я вот говорю тебе вот в контексте, как всегда люди спорят, Лина, вот ты не права, ты вот коучингом вообще-то такая вещь, ну, знаешь, какая-то она людей портит, она вот там чего-то там делает. Лена сидит, у ней свои ценности, у ней свои убеждения, она знает, что это полезно людям. У нее начинает что у тебя бы возродилось в душе? Ну,
естественно, возникает какое-то оппозиционное такое вот мнение, да, и желание доказать обратное. Ну, я же знаю, что ты не так. Конечно. А у этого человека нет. Или, например, НЛП. Ты знаешь, что НЛП – это страшная вещь? Она манипулирует людьми. Согласна, Полина, бывают черные НЛПеры. Ну, ты молодец. Я к тому, что вот, понимаете, а она вот, если бы она не знала этой формулы, была вот, ну, просто вот НЛП ей понравилось. Соответственно, там что? Уже да ты что, НЛП, такая классная вещь. Да, и ты что? И все, и мы бы понравились. Абсолютно. Конфликт, да. Все, кстати, конфликты из-за этого, что человек, то есть одна сторона, она уверена, что здесь вот все прав на 100%, другая совершенно не права, и нужно доказать свою точку зрения. И когда вот другой, значит, он-то понимает, что он не согласен, да, у него там совершенно другая картина мира, ценности и убеждения. И человек начинает уходить в оппозицию. Он закрывается. Ну, включается агрессия такая. Как это? Баррикады, да, копья. Так, долго. И кто кого? И причем с этой стороны тоже происходит такая же схема. То есть начинается буквально в смысле выстраивание этих баррикад, да, и начинаем кидать копья. Кто кого убьет? Все, война. Вот это проекция любых конфликтов, с самого маленького до войн, да, между государствами. Буквально в смысле схема одна и та же. Таким образом, наша задача вот этого упражнения «Повтори, согласись, добавь», как раз сначала «повторись», мягкая подстройка, а согласие вы что делаете? Вы не выстраиваете баррикаду, вы говорите: «Друг, я стал на одной стороне». Вы на одной, вот, ну пусть баррикады, если даже остались, вы на одной баррикаде. Вы смотрите в одну сторону, вы не против друг друга воюете. А вы смотрите в одну сторону, но просто вот у тебя как бы вот, ну, свое видение вот туда, а мне немножко туда, и мы каким находим точки соприкосновения. Вот это я согласна, главное. Но давай я чуть-чуть прокомментирую, как бы тот пример, который я привела чуть выше, да, то есть, как я сказала, да, согласна, бывают черные НЛПеры. Да. То есть я что сделала? Я согласилась, и я согласилась как бы с частью вот того высказывания, которое сделала Полина, ну, в качестве примера, да, что действительно бывают и негативные проявления того, вот, ну, того, о чем она говорила. Да? То есть я не сказала, что это я не сказала, что это я там поддерживаю или спорю, я просто согласилась с некой частью, что это имеет место быть. И дальше говорю, и там то-то, то-то и то-то. И в принципе НЛП такая классная вещь, которая позволяет человеку там решить какие-то свои проблемы, встроить позитивные убеждения и так далее. Да, то есть я говорю какое-то свое, то есть это как раз оказывается то самое «Д». Да. Да, добавь. То есть метафорично можно представить себе такую картину. Представьте, что человек, это есть некая такая усадьба. Или, вы знаете, раньше были такие замки, огороженные большой крепостью. Да? По сути своей, внутренний мир человека, вот так он как раз и выглядит. Когда, например, приходят враги, ворота закрываются, стражники на этих уже стоят на заборах, на этих крепостях, ну, вот этих, как они называются? Больницы, наверное. Да. И они уже готовы там стрелять. Когда же вы приходите, вы сначала подстраиваетесь, то есть говорите: ребята, я свой, все хорошо. Троянский конь, вами... троянский конь. Да, да, троянский конь. Но он добрый, он же действительно намерен. Все, кстати, опять про намерение. Мы вас отправляем к какому-то, уж не помню, там 12 или 11. Освоите внимательно все наши серии. Про намерение. То есть если у вас высокие намерения, добрые, чистые, самые искренние, то, соответственно, и это уже не троянский конь, а это просто какая-то, ну не знаю, въезжает, да. Ну, это способ подстройки и выстраивания. Ну, это хороший гость, это хороший гость. Еще троянский конь. Троянский конь – это как раз черный НЛПер, думаю, так все-таки. А вот когда приходят, ну, то есть мы показываем, что мы дружественные, да, изначально показываем, ага, все нормально. И нас встретили даже с караваем, да, вот это вот, когда согласись-то мы согласились, и нас смотрят, это не враг, это свой. И, соответственно, нам и откроют ворота, и мы зайдем. И вот там мы можем уже принести какое-то что-то новое человеку, какую-то культуру, сказать, что вот есть такие варианты возможности, не знаю, улучшить ваше место, к примеру, да, сделать краше город, да, принести какие-то новые технологии. Кстати, в отношениях же это хорошо. Конечно. Есть, везде это все хорошо, да. Дорогой, я согласна с тобой, там, ну, да? Вот если мы сделаем вот так, и если мы сделаем вот так, или и когда мы сделаем вот так, да, это вообще шикарно. Да, да, да. То есть, по сути своей, вы сначала, повтори, подстраиваетесь, вы говорите, тут флажок.
ребята, я свой, это построечка, они, свой, нормально, ворота не закрывают, они открыты. Согласись, это вас уже приглашают, родной, заходи. А вот дальше вы вносите те изменения, вот зарождаете, сажаете то зернышко, из которого прорастет что-то дельного, хорошего в другом внутреннем мире. И самое главное, что вы должны понимать, что и другой человек, то есть не все вы сажаете там, что вы считаете, но еще и вам что-то в обратную сторону то же самое происходит, и вы допускаете это. И именно вот эта формула, она позволяет, вот, знаете, ходить в гости туда-сюда и улучшать вот эти два внутренних мира. И там, и здесь, и вообще, представляете, как здорово. Кто может быть вообще объединиться, или какое-то прекрасное государство, где всем все хорошо и замечательно. Совершенно согласна с тобой. Просто хочется привести, ну вот, чтобы было понятно, такой маленький пример. Почему-то вспомнился именно этот пример. Угу. Опять же, пример на примере отношений. Угу. Да, это очень актуально. Ситуация, допустим, муж предлагает жене: дорогая, давай пойдем сегодня пообедаем в китайский ресторан. А жена, к примеру, терпеть не может этот китайский ресторан. Вообще не представляет себя там, эту всю кухню и так далее. Что можно сделать, да? Первый вариант. Нет, не хочу, да ты что, там с ума сошел и так далее. Ну, такая базовая, да, привычная реакция, да? Да, да, да. В нашем примере, что можно сделать, как можно сказать так, чтобы и эта ситуация как бы, да, комфортно разрешилась. Да, дорогой, согласна, пообедать в ресторане – это вообще супер. И я вот слышала, что в итальянском ресторане сегодня какая-нибудь акция, скидка, или вот это блюдо, там очень, допустим, паста какая-то очень вкусна. Как вариант, давай туда сходим. Да, точно, повтори еще надо, да, добавить-то. Ты сделал повторение? Вот повтори. Так. Правильно я услышала? Ты хочешь сегодня сходить? Так, мотаем назад. Да, да, да. Нормально, нормально, как раз повторение, мать учения. Да, повтори, дорогой говорит. Дорогая, давай сегодня сходим пообедать в китайский ресторан. Да, она говорит, я правильно тебя поняла? Ты хочешь тот китайский, который там на Строителе 12? Ну, допустим, да. Да? Да. А, говорит, да. Согласна? Согласна. Там вообще хороший ресторан. Она просто соглашается с тем, что ресторан хороший. То есть здесь очень важно согласиться действительно с реальностью. Вот не просто выдумать, да? Или что по факту есть. Или сказать, там, пообедать в ресторане – это очень здорово. Да, если вам не нравится вообще этот ресторан, скажите, слушай, пообедать сегодня классно, я с тобой согласна, нужно пообедать. Соглашайтесь с частью, которая у вас вызывает согласие. Угу. То есть выбираете эту часть, с ней соглашаетесь, и дальше идете, да, и даете свою. И именно сегодня в итальянском ресторане… Да. Слушай, а сегодня... Анонсировали необыкновенно вкусную пасту. Там, да, итальянец приехал, да, какая-нибудь там чего-то. Или что-то там. Давно мечтала. Помнишь, да? Давай, да, да. Можно еще компромисс. Слушай, а в китайский мы сходим там, не знаю. В следующий раз. Да. Все, компромисс нашли, точки соприкосновения. Друзья мои, ну, нормальный, да, адекватный, здравом уме человек обязательно мужчина согласится, пойдет к нам. Ну, первое, такой интересный пункт. Его эго успокоили. Удовлетворили. Его признали, признали, его идея значимость. Хороша. Да, да, значимость. Да. А закрыли потребность о значимости. Почему я говорила, третий уровень потребности. Можно еще поблагодарить, что, дорогой, я так благодарна тебе что за ты это. Ты за что заботился. Да, 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 да. Еще благодарность стоит, вот забыли мы ее. Это очень важно. То есть, когда вы вставляете вот первую благодарность, я тебе благодарю за то, что ты позаботился. Я правильно понимаю, что ты хочешь туда-то, да? Я согласна, что там, в общем, все замечательно, да, а вот там вообще классно, да. А, кстати, про благодарность, это первая, да, часть, да, да, возвращаем наших, туда. Да, это вообще, серии. Ну, мы как бы, знаешь, это опускаем, потому что для нас это уже норма. Да, но это уже совсем... Как здравствуйте, да, как помыть руки, когда там где-то что-то... Потому что, насколько я помню, в одной из первых серий мы это встраивали, и я надеюсь, что это тоже помнится. Да, да, да. Ну, и давай как бы резюмируем тогда. Да. Ну что, друзья, эта формула, да, в общем, используйте, она универсальна, и на самом деле и она будет встроена в систему образования с учениками, ученики будут с преподавателями, это будет там, не знаю, на государственном уровне, то есть все, даже вот официальные вообще люди, по идее, госслужащие должны в такой форме коммуницировать. Коммуницировать, если бы сейчас так вот промоделировать возможное будущее, угу, точнее, реалистичное ближайшее будущее. Да, оно так и будет. Да. Мы в это верим, мы это знаем. Как здорово будет общаться. Ты представляете? На всех уровнях. Да вообще приятно, когда ты приходишь куда-то, и человек тебе отвечает. Он внимательно, кстати, вот следующая наша передача про эмпатию. Потому что ты приходишь, вот как это важно. Иногда даже врач может быть никакой, но он вас
выслушал внимательно, глаза в глаза, он, да, скажите, а что здесь, а у вас вот здесь, а потом, когда он начинает вам что-то делать, говорит, вот сейчас вот здесь немножко будет больно, если к стоматологу, например, а вот здесь вот так, сейчас все будет хорошо, вы молодец, вы держитесь замечательно, да. Господи, ты просто к этому врачу чисто из-за этого пойдешь, да, может быть, даже где-то, чем хороший быть профессионал, но, извините, вас там чешет непонятно как или не обращает внимания. Понятно. Правильно ли я тебя поняла? Да. Насколько я помню, эмпатия – это чувствование человека. И вот как, вот какой контекст ты имеешь, вкладываешь, скажем, понятие. Так, в это понятие? Эмпатия, да, да, это, ну, если официально, тогда определение, то есть чувствование. Чувствование. Mm-hmm. Ты сочувствуешь человеку, ты вот с ним на одной волне. Сочувствуешь, во внимание. Чувствуешь, да, чувствуешь, что чувствует. Так можно сказать? Да, и на данный момент ты как бы во внимании, и ты с ним согласен через чувство. Вот, кстати, почему не выявила сама себе формулу. Только какая молодец. То есть, да, ты согласен с его чувствами на какой-то промежуток времени. Это тоже некая подстройка для того, чтобы... Вот, смотрите, давайте закончим на вот этой вот метафоре, потому что это очень важно. Что такое как раз повтори, согласись, добавь? Представьте, что идут два человека. Ну вот пока у них они не нашли никакой точки соприкосновения. Они начинают говорить. Один идет, говорит о чем-то своем. И идет по своей дороге. Вам этого человека нужно направить куда-то в нужное русло. Ну, не знаю, вот он идет в свое место, да, если вот в нашем контексте позитивное мышление, у него негативное мышление. И он вот и катится там под гору. А вы очень волнуетесь за этого человека. Вам очень хочется, чтобы он пошел вверх, вот стал как-то в душе приобрел гармонию, внутри у него стало вот такое светлое, все чудесное, радостное, он стал вообще таким человеком-позитивчиком. Да, но надоело вот уже, он всегда вот в этом негативе. И как его? Вот за шкирку никто никого не утащит. А вот это, повтори, согласись, вы рядом подстраиваетесь какое-то вот время, кстати, та же эмпатия. Идете с ним рядом по его дороге. Потом вот вы его обняли, просто идете. Все хорошо, работа, да, замечательно, потихоньку. Потом вот этими повтори, согласись, добавь. Вы как бы его вот так, знаете, как уже его не обнимаете, вы его увлекаете. Вы рядом идете, говорите, рассказываете ему что-то интересное. И ему он заинтересовался, и уже вы пошли направо, а ему нужно налево. И он идет с вами сам. Не вы его тащите, а он с вами идет туда, куда надо. Просто потому, что ему интересно. И как раз вот эта формула помогает его вывести в позитивное мышление. Ну, это в какой-то степени подстройка его увлечения. Да, сначала подстроечка, а потом туда, куда надо. Все это в экологических целях, естественно, все это с намерением самым высоким. Есть действительно черное НЛП. Это, кстати, все эти практики из НЛП. Секретов мы Секретов-то мы не откроем. Это просто как любой аспект, как атом, да, может быть в мирных целях, а может быть совершенно в разрушительных. Также НЛП может быть черное, а может быть белое. Да. Любая магия черная и белая. То есть вообще, сейчас мы, может, опять уйдем. Не хочется долго уходить никуда, да, но просто, насколько я лично столкнулась с тем, что любой аспект, любое высказывание, любое какое-то очень такое категоричное вот высказывание, да, оно всегда найдет под собой доказательства за и доказательства против. Конечно. И это будет 50 на 50, да. Как правило. Да. Поэтому всегда очень осторожно отношусь ко всем категоричным заявлением. А вот эти за категоричность всегда сверху прилетает, я так скажу. Всегда это как запрос во Вселенную об обучающем уроке, что ничего в нашей жизни нет категорично, все относительно чего-то или кого-то. То есть относительность сам постоянно величина на самом деле. Давай мы закончим сегодняшний да? ПСД. Отправим вас практиковаться. И с удовольствием примем вашу обратную связь о том, как у вас это получилось и насколько легче, проще и интереснее стала жизнь с этой формулой. Да. Обязательно поделитесь с ней близкими, с друзьями, обязательно расскажите своим вот вторым половинкам, с детьми это обязательно нужно. А с начальником-то как обязательно? Это вообще, а с мужем, а с женой? Да, да даже с кошками, собаками, то, поверьте, отношения изменятся. Если кот ходит не туда. С соседями. Да. Так что, друзья, применяйте, поделитесь обязательно с максимальным количеством близких вот этим упражнением, или видео им отошлите, посмотрите ссылочку, или просто расскажите своими словами. Лайки приветствуются, мы всегда вас благодарим за это. Низкий вам поклон за то, что вы развиваетесь. До новых встреч, мы поговорим об эмпатии. А с вами, как обычно, Полина Сухова и Алена Алексеева.
До новых встреч. Личный позитивчик. До новых встреч. Всем пока.